Дорогие друзья, коллеги, гости, разрешите немного рассказать о нашей организации в этот торжественный день. Одинцовская организация ВАИ была создана 4 июня 1988 года. «Вместе мы сможем больше» – девиз Всероссийского общества инвалидов. Вот уже 35 лет оно объединяет мужественных и сильных духом людей. На праздник пригласили самых близких. Концерт для виновников торжества подготовил клуб «Изумрудный город». Это так называемая инклюзивная творческая лаборатория. Очень, кстати, этот клуб очень нужен инвалидам, детям-инвалидам, потому что они там творят, привлекаются к творчеству, занимаются прикладным творчеством и поют. Члены организации на месте не сидят, всегда в центре творческих и спортивных событий. Недавно показали хороший результат на открытом турнире, хотя соперники были сильные. Любят путешествовать, нередко выезжают из-за пределы округа. Планов много. Большую роль в их реализации играет поддержка, в том числе Одинцовской администрации. Последние вот 5 лет прямо буквально вот мы ощущаем изменения и в снабжении, в обеспечении техническими средствами реабилитации, средствами ухода. Мероприятие хоть и официальное, но прошло по-домашнему тепло, не обошлось и без подарков. Самые активные участники Всероссийского общества инвалидов получили благодарственные письма. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».